Тему для размышлений подкинул подписчикам аварийный Омск. Автор поста выложил фото пешеходной дорожки и припаркованных вдоль нее автомобилей. И предложил читателям угадать, что не так. Кривой асфальт, парковка на газоне, листья не так лежат, гадали комментаторы. Жители Амура добавили под постом фотографии омских тротуаров. Свеженаляпанный асфальт на 9-й Амурской и пунктирная дорожка на 11-й собирают лайки в интернете. Не видно ни одного храма на фото. Вот что не так. «Сатурн консервирует», сообщает паблик ЧП «Омск». В сообществе опубликовано видео. Окна и вход в здание закладывают кирпичом. Все выглядит, как после Чернобыля. Отказались у нас инвесторы финансировать реконструкцию кинотеатра. И его решили законсервировать. Печальная картина, комментирует автор видео. Это было шикарное место в моем детстве. Кино, дискотеки. Да кто с Амура, тот знает. Добавили под постом подписчики. Неприятное видео, снятое в Иркутской области, опубликовал паблик «Инцидент Омск». Гималайского медведя приковали цепями к забору одной из городских больниц, чтобы привлечь посетителей в цирк. На кадрах видно, что животное рычит и пытается выбраться. В комментариях свое мнение оставили больше сотни омичей. А все стоят и снимают. Нет бы полицию вызвать. Шиномонтаж Бузовой появился в Омске. Фото вагончика во всех местных сообществах. Одна буква на вывеске отвалилась, другая перевернулась. В результате слово «грузовой» стало словом «бузовой». Знает ли светская львица, что теперь является не только символом омского авангарда, но и омской шиномонтажки, неизвестно, написал автор поста в паблике «Омск Лайф». «Так вот зачем она приезжала», комментируют подписчики. Преступлениями славится Омск в интернете. На этот раз в нашем городе украли лифт, пишет Омск Таймс в Инстаграме. В полицию обратилась старшая по дому. Она рассказала, что в многоэтажке на Заозерной поменяли лифт. Старое оборудование оставили в подъезде на ночь, но к утру оно пропало. Сдали на железо, сошлись во мнении комментаторы. Вы знаете, сколько стоит старый лифт? Там металла не горюй. Продолжаем разбирать посты омичей.